В 2010 году фламенко, ЮНЕСКО присвоил фламенко статус всемирного культурного наследия человечества. То есть это, ну, можно судить уже по этой награде, не так много танцев и музыки имеет такой статус. Как давно это было в Андалусии, сказочно древней, у течения лет нет ни края, как нет и конца. Там однажды гитана раскрыла ракушку и веер и прошлась под надрывные хриплые крики певца. Невозможно представить, каким было это начало, а цыганки подавно представить себе не могли. Танцы улиц, приморских таверн, площадей и бульваров станут гордостью, честью и славой испанской земли. Это было далекой весной, когда нежно и терпко от цветущих магнолий вечерний плывет аромат. В переборах гитар на лету зарождалась фламенко, а вдали пламенел, словно юбка гитаны, закат. И сегодня, дорогие друзья, мы предлагаем вам на короткое время перенестись в сказочную Андалусию. И сегодня вы увидите два танца, стили фламенко разных танца, и песни услышите в этом же стиле. И начнем мы с танца под названием «Тангею де